Всем привет! В этом видео я буду переделывать свою комнату в комнату моей мечты. Я вообще хотела поменять всю комнату, всю цветовую гамму, но пока что, наверное, как видите, этого не случилось. Ну, давайте уже скорее переходить к самому видео. Итак, в первый день наша задача была разобрать все, что есть на диване, потом его убрать и, собственно, разобрать кровать. А скажи мне, я тут орала. Ты же там долго? Да. Итак, пришло время разбирать кровать. Я попросила папу ему помочь, чтобы заснять это на видео. Первый день на том, что мы разобрали кровать, закончился. Итак, настал другой день. К нам пришла кровать, но в этот день меня не было, и кровать собирали не мы, а какие-то мужики. И, собственно, я попросила папу сделать кадры, как постепенно собирали кровать. Поэтому посмотрите на эти кадры, пожалуйста. Сейчас суббота, я иду со школы домой, и мне привезли кровать. Я ее еще не видела, специально фотки не открывала, мне папа зачем-то отсылал. Очень хочу посмотреть, как там уже все стоит. А что вот это вот там лежит, тряпка какая-то? Колготки. А, это колготки, Амель, это твое. Какой кайф! Мне Денис привез шкаф. Сейчас будем его собирать. Точнее, это не шкаф, это комод. В общем, в тот день, когда мне собирали шкаф, меня тоже не было, поэтому я попросила сделать фотоотчет и видеоотчет. Итак, сегодня 18 декабря, мы поставили шкаф, точнее, это комод. Я сейчас буду разбирать все вещи с этого шкафа, мы как раз уже вытащили ящики. Да, теперь осталось это все убрать. Вот. Вот это вот. Вот это вот. У меня здесь есть нетронутые постеры. Что я только что нашла? А, он всего один у меня. А, нет, два. А я бы сейчас включила бы новогодние песни, пока убираюсь. Так, пришло время заполнять этот комод. Итак, здесь, собственно, я уже успела все попереставить. Я еще сюда поставлю елку и гномика. Давайте посмотрим, что у меня вот в первом ящике. Здесь у меня находятся все духи, помады, бальзамы для губ. Ну, сережки, кстати, новогодние. Здесь, скажем так, моя аптечка. Расческа, всякие кремушки, мази для того, чтобы мышцы не болели. И для носа здесь есть. А, или нет, или я убрала. А, нет, вот. О, привет. В этой коробочке находятся все мои резинки. Здесь мои сережки, здесь колечки, там тоже бижутерия. Здесь у меня набор для линз. Ну и в этом уголочке тоже всякие приколюшечки, например, мои камеры.
штативы. Здесь ничего подробно рассказывать я вам не буду. Тут просто моя косметичка, фотографии и все остальное. На этом пока что все, но я скажу, что это не конец. Возможно, будет вторая часть, потому что я переделала не всю комнату сразу, все еще впереди. Возможно, если будет вторая часть, то это видео я переименую как переделка комнаты в комнату моей мечты, часть первая. Потому что все-таки, возможно, я поменяю обои, это еще не точно, пока что мои эти нравятся, но они немножечко не в цвет. Может быть, поменяю стол, может быть, поменяю шкаф, это еще точно не решено. Хочу сказать на самом деле, что сейчас мне пока что все в этой комнате нравится, и мне очень нравится, что эта комната дает мне какую-то мотивацию, атмосферу, и она стала такой уютной, нежели чем было до этого, как будто стало место... меньше. Хотела сказать больше, но как-то посмотрела, подумала, ну все-таки ладно, меньше. В большой комнате мне было не так уютно, как в этой. Надо добавить еще какие-то картины, постеры, какие-то мотивационные цитаты, знаете, как в Пинтересте. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик, чтобы не пропускать новые видосики, нажимайте на колокольчик. И подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочки на которые будут в описании. Ну а то все, я с вами прощаюсь, всем удачи и всем пока.